Всем привет, привет. Вы представляете? Приехала закупаться в Костко и забыла, что я хотела снимать все, что я покупаю. Уже практически все купила, полная тележка, сейчас покажу. И придется мне более подробно снять, наверное, дома. Так что, ну, у нас еще будет обязательно походы по магазинам. Вот у меня уже практически полная тележка. Мне уже вести тяжело, честно говоря. Все это. Вот так вот выглядит. Дома буду снимать более подробное видео. Может быть, сейчас что-то еще на выходе все-таки я подснимаю. Как-то я совсем-совсем забыла. Так, ну что, я приехала домой. Сейчас будем потихонечку выгружать и снимать. Буду вам показывать то, что я купила. Первое, это Кирюхе. Купила такую игру ума. Криминальные истории. Как называется? Crime Science Investigation. CSI. Да, и тут интересные различные... Вообще, я сама там залипла, сидела, когда... Криминальные истории, да. И фотографии, и в конце, конечно же, есть ответы, если что, Кирилл. Мне кажется, интересно. Вот. И санитайзер. Тема номер один. Две упаковки, $8. Так, упаковку лимонов. Где-то покажу, имбирь купила. Будем с медом мешать сейчас. Профилактикой заниматься. Может носить, Кирилл. И посмотрите, что я еще купила. Первый раз я здесь увидела в магазине селедка, американская селедка, правда, в винном соусе, никогда не ела. Но это вообще товар номер один. Мне кажется, это моя самая лучшая сегодняшняя покупка. Будем кушать селедку. Цена 4,99 за банку вот эту вот долларов. Так, йогурты. Йогурты были по скидке, честно говоря, не помню, до $10 упаковка. Так, дальше цезарь, салат, как обычно, уже показывала много раз. Сыр решили такой попробовать, Германия. Печенье в индивидуальной упаковке. Вот это OxyClean, это пятновыводитель оптом для белых цветных вещей. В общем, можно чистить и полы мыть, и патио. И все-все-все, видите, в стиральную машинку замачивать, мебель протирать. Написано для белых цветных вещей. Не брала ни разу, посмотрим. И вот такое кокосовое молоко в упаковках. Тоже на него скидка была. Вкусное молоко вместо натурального. Можно забирать, Кирюха помогает. Так, яйца упаковку купила. 8,99, по-моему. Их тут два этажа. Так, вода обязательно. Таблетки для посудомоечной машинки Finish. Стандартные, как и в России. По акции $12 вот эта вот банка. Так они, по-моему, 16 стоят. Это у нас сгущенное молоко. 7,49 стоило. Как в России, ничем не отличается. Так, и здесь у нас эта минеральная вода тоже была по акции. Честно говоря, забыла, сколько стоит. Печенье медвежье ушко, или как у нас в России очень вкусно называется, слоеное печенье. Вот так вот, правильно. Палмерс. Так, и вот поехали. Это круассаны, можно с бутербродами, просто так к чаю. Фаршировать их можно чем-то. Это купила фарш индейки. У меня есть, остался еще с прошлой покупки, да, это все можно забирать. Остался с прошлой покупки у меня еще говядины фарш. Будем делать котлеты. Потом, это тоже первая моя покупка, здесь попробуем. Маринованные огурчики. Не знаю, как по вкусу, первый раз купила. Сколько стоит, не помню. Так, это масла роликовые. Вот, посмотрим, попробуем. Хлеб, булочки такие, роллы. 5,99 вот это вот пакетик.
Мы часть замораживаем и часть сразу съедаем. Часть кладу в морозилку и достаем, когда нужно покушать. Так, матчу. Чай матчу купила вообще первый раз. $20, пакет 340 грамм. Ни разу не пробовала, ни разу не готовила. Буду пробовать. Вот как раз кокосовое молоко купила. Хочу пить чай матча. Говорят, очень полезно. Помидоры. Такие разноцветные. 4,99. Так, здесь у нас морковка, как обычно. Кукуруза органик. Покушать. Сварим ее. Ее вообще можно просто так есть. У нее такой вкус молочный, вкусный, обалденный. Витамин D по скидке был. Но 1000 миллиграмм. Вообще люблю 5000. Но 5000 были не по скидке, поэтому брать не стала. Вот такие томаты на ветке. Помидоры. $4. Так, огурцы. 5,99 3 штуки. Колбаску такую взяла. Не помню, честно говоря, сколько стоит. Так, сельдерей. Органик обязательно. Без него вообще жить никак. Банку майонеза. Такую нехилую. $6 тоже стоит. Так, купила еще что? Смотрите, дикий салмон. Красная рыба. Как называется? Забыла. Семга. Да, целую такую тушку. Сейчас мы ее быстренько разделаем. Так, все, вот это вот сметана. Обычно я беру большие банки, тут решила две маленьких попробовать, потому что мы ее что-то в последнее время не очень много едим. Курица, две штуки, 8,65 вышла. Обычная курица. Вот он тот самый мой имбирь, который сейчас пойдет с лимоном. Черника и... интересовался, и клубника, ягоды купили. Вот, сейчас будем запасаться витаминами после такого переезда. Так, забирай. Так, и почти все унесли, просто сразу уже купила вафли, будем их делать в тостере, в тостернице. Сгущенка где-то, может, Кирюха дома сидит, надо что-то быстро перекусить. Арбузик 5,99 арбуз стоит. Так, это молоко обычное, органик с витамином D. Картошечку купила я такую запекать и обыкновенную. Там дальше сок вишневый. Ой, не помню, сколько по цене. Это таблетки для кондиционера для белья. Таблетированный кондиционер для белья. Очень классный аромат дает. Самый мой, естественно, любимый. И купила вот такую штуку по скидке. Держатель для полотенец. Как-то у нас все полотенце не организовано. Хочу поставить. Видите, цена 9,99. Она была вообще последняя. Я ее увидела и забрала. Вот так. На сегодня все. Пошла я теперь готовить, разбирать все эти продукты, обрабатывать. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, впереди будет много всего интересного. Всем пока-пока.